Всем привет, друзья! Вы на канале BitRider, меня зовут Вилли. Итак, этот видос я записываю специально для одного своего товарища, который живет в Краснодаре, это Мишаня. Мишаня, если ты смотришь, этот видос для тебя. Дело в том, что мой друг Миша, живущий в Краснодаре, у него есть очень хороший, красивый мотоцикл. Такой весь черный, блестящий руль, в общем, большой, да, в общем... Красивый мотоцикл, Honda, если я не ошибаюсь, 1,8 литра. Но это не важно, сейчас речь не про это. Так вот, Мишаня ездит налегке, без экипировки. Да, Миша, стыдно должно быть. Ну так вот, я уже не раз к нему говорил, Мишаня, одевай что-нибудь защитное. Но он говорит, жарко. Жарко, нельзя одевать что-то, потому что будет адский писец. Ну да ладно, но... Есть, ребята, спасение от жары, и я вам сейчас расскажу, какое. Вот такие вот, например, штаны. Это сейчас не реклама какой-то конкретной марки, то есть это вот выглядят, вот они обычные подштанники, грубо говоря. Но это, ребята, это термуха, это летняя термуха, это летние термоштаны с охлаждающим эффектом. Я когда покупал свои штаны, дайнезовские, кожаные, я когда их померил в магазине, я буквально через 5 минут чуть не получил тепловой удар, и у меня реально ноги взмокли, и штаны чуть ли не прилипли к ногам. На что мне продавщица принесла вот эти вот штаны? Говорит, померь с этими штанами. Ну ладно, я одел эти штаны, после чего одел кожаные, дайнезовские, толстенные штаны. Вы знаете, совсем другое дело. Совсем другой коленкор, я бы сказал. Так вот, ребята, нельзя недооценивать подобные термовещи. Они реально спасают. Я в автошколе буквально недавно, было на улице где-то градусов 30, я несколько часов подряд ездил на мотоцикле. То есть город, за городом. То есть 4 часа была покатушка у меня с инструктором. Я был в кожаном комбезе, так скажем, ну у меня раздельно, но его можно совмещать как комбез дайнезовский, и вот в этих штанах. И я вам вот что скажу, ребята, дискомфорта не было абсолютно никакого. Поэтому не стоит недооценивать вот подобный экип. Поэтому, ребята, еще раз хочу сказать, не покупайте только на Алиэкспрессе подобные вещи, потому что иначе вы просто схлопочете себе тепловой удар за собственные деньги. Я никого сейчас не рекламирую, никакой бренд, никакой магазин. Поэтому смотрите сами, смотрите в тех магазинах, которым вы доверяете. Смотрите, гуглите, узнавайте. Ну, а с вами был Вилли на канале BitRider. Надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки, а может быть дизлайки, но лучше лайки. Они больше меня мотивируют. Также, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь. От вас не убудет, а мне будет приятно. Ладно, увидимся, до новых встреч.